Здравствуйте, это обзор небольшой обзор вот такой вот машинки. Tamiya TA04. Ну, я русскоязычного обзора такой машинки нету, поэтому я решил его записать. Ну, скажу сразу, она мне очень понравилась. Я как бы не зря ее купил. Но она была бушная, на eBay куплена. Конечно, тут это моя, как говорится, дань конструкторам, которые ее придумали. То есть машинка очень хорошо продумана. Я когда ее получил по почте, я первое время сидел, смотрел, любовался и восхищался. Но, конечно, она может быть лучше, мы ее сделаем лучше. Есть у меня кое-какие задумки по насчет нее, будет у нее апгрейд сделан. Поэтому это видео, оно такое как бы зафиксировать то состояние, в котором она есть сейчас. Но она пришла, конечно, без этой электроники. Это здесь стоит самая простейшая китайская электроника. Коллекторный моторчик. Я ее уже, конечно, немало покатал. Вот. И пришло время ей заняться. Значит, поставлю я вот такой свой любимый моторчик, который я уже ставлю практически на все свои машинки. Я его очень люблю и хочу его сюда тоже поставить. Вот он какой маленький, красивенький. Надеюсь, что мне это получится. Также такое интересное решение. Я буду ставить сюда вот такую вот малюсенькую сервочку. Digital, цифровую. И вот насколько она меньше вот этой вот по размерам. И она будет стоять совсем по-другому, рулевая будет совсем другая. И как ни странно, вот этой сервочки, думаю, будет хватать запросто. Вот по мощности и по скорости. Ну, жизнь покажет, посмотрим, что получится. Мне нравится развесовка у этой машинки. Моторчик, все симметрично, то есть центр тяжести. Он довольно-таки будет низкий, будет еще ниже, чем сейчас. То есть я хочу получить от нее очень хорошие ходовые качества. Сейчас она едет так довольно-таки интересно. Ну, то есть ременная передача, то есть необычная, непривычная по сравнению у меня с моими старыми машинками. Ну, правда, тут вот такой звук есть немножко. Слышно, да? То есть это, я так думаю, что это моторчик. Когда я поставлю другой мотор, он будет вообще тихо работать, привод. Вот. Не знаю, выйдет ли это видео в эфир. Но... вроде. В общем, интрига впереди. Самое интересное впереди. Вот здесь вот будет отверстие для охлаждения двигателя. Этого не будет. Двигатель будет здесь торчать на улицу. Еще кое-что может быть будет, может быть нет. То есть тут как бы пока не попробуешь, не узнаешь. Вот.